покормили вон сейчас собачку вот эту вот. Она за нами, блин, пошла, съела все сосиски наши, еще и пиццу съела. Вот. Мы будем сейчас подниматься на сестру. Гора Сестра будет у нас. Высота не помню сколько, но по восхождению примерно где-то час времени займет. Оттуда открываются отличные виды на находку, я уже говорил, и прилегающие территории. Идем. Все, ребят, мы начали наш путь от вот этой бухточки. И походу рановато мы начали. А, вот, вот здесь вот сейчас пойдем. И будем уже подниматься наверх. Идем, вон наблюдаем кикуру, он такой вот вдалеке. А здесь качели. Полеты на параплане в тандеме. Немножко ветрено, но идем, движемся. По пути нам встречаются такие стенды. История партизанского района. Вы находитесь в живой природе. Геология. Вот. Формирование горы Сестра происходило в три этапа. Далее археология, ихтиология, фауна, флора и история города находки. Мы продвигаемся, скоро начнется подъем, а пока по левую сторону от нас открывается вот такой вот вид на бухту. Подошли с другой стороны, любуемся видами. Такая здесь местность, ребят, тут камни скользковаты местами, поэтому нужно идти аккуратнее. Ну и обувь, чтобы подошва была не сильно скользкая. А мы поднимаемся. Ребят, смотрите, какая красотища. Вон. Солнышко за тучами, плюс корабли. Вид, конечно, клевый. И на этой приятной ноте, вот с такими видами, наше видео, наша прогулка подходит к завершению. Сейчас будем уже выходить к машине и поедем обратно во Владивосток. Надеюсь, вам понравилось. Всем всего хорошего и до новых встреч.